Это реально жесть, ты посмотри. Как такое запомнить? Как такое запомнить можно? Так, ладно, я уже все забыл. Так, ладно. Всем хай, дорогие друзья, вы на канале Домашний канал Валерки, и у нас снова Джейсон. Джейсон вернулся снова, вернулся он уже в Нью-Йорк. Будем гасить и мочить людей в Нью-Йорке. Эпизод в Манхэттене «Новая проблема». Я... морда Джейсона, Нью-Йорк. Окей, ну что, давайте начнем и продолжим. Окей, у нас открылся, наверное, новый скин. Вот, новый скин Джейсона, короче, зомби Джейсон, липкий, вонючий и кровожадный, вот, окей, липкий, вонючий и кровожадный, погнали. Выпускники отправились в круиз по Хрустальному озеру, окей. Довольные такие. Сейчас я вам устрою выпускной бал. Сейчас я устрою вам. Давай, давай. Сейчас Джейсон, да. Я так и знал. Я так и знал, что сейчас Джейсон... Прикинь, его просто за шкирку, короче, подняли на якоре. На корабль. Окей. Так, смотри. Телефонные звонки отвлекут мерзких людишек. Позвони им. Окей. Мы еще можем, короче, звонить им. Прикольно. Так. Но... Так, я вижу один телефон, второй телефон. Кстати, смотри, мы будем убивать, короче, костлявой рукой. Костяной рукой, короче, да? Нехило. Это знаешь, как это, типа, это... Бриллиантовая рука, у нас здесь костяная рука. Окей. Так, ладно, погнали. Опа. Отвлек, да? Отвлек, отвлек, смотри, отвлек. Но здесь у нас стоит, короче... Погоди, охранник. А охранника я смогу отвлечь? Погоди, вот этого я сейчас загашу. Охранника я смогу отвлечь? Да, смотри, я отвлек охранника, короче. Ништяк. Типа... Короче, охранников у всех я тоже могу отвлекать. Ясно. Как мы хорошо умеем убивать, еще немного кровожадности тебе не повредит. Окей, мам. Хорошо, мам. Уровень 10. Не успели начать игру, у нас уже уровень 10 получен. Ну окей, и сейчас, наверное, какое-то новое оруженце у нас появится. Стульчак. Что, блин? Стульчак? Да ну нафиг. Стульчиком будем гасить людишек. Ладно, попробуем. В экипировку. Секатор. Секатор я не помню, у нас был секатор или нет. Ну ладно, добавим в экипировку и спробуем. Так, смотри, у нас секатор. Корабль двигается. У меня ведь жуткая морская болезнь, знаешь ли. Окей. Окей, мам. Прости, мам. Так, ладно, давай. Я хочу этот стульчак. Погоди. Костяная рука, ладно, понятно, да. Мы. Так, здесь кулак. А где у нас стульчак? Я хочу стульчиком побить. Просто хочу стульчиком побить. Вот так. Окей. Погнали. Я просто не представляю, как это будет выглядеть. Он будет херачить просто вот этим стульчиком. Просто голову сжимать им. Ладно. Так. Погоди. Надо, наверное... Погоди. Наверное, вот это убить, потом отвлечь охранника. Что ли? Или нет? Ладно, погоди, давай к телефону сначала. Нет, ты смотри. Нет. Погоди, я ее напугал? Вот, я ее напугал, короче, вот этого я убил. Я понял. Ясно. А, ну все, смотри, хлопс. Он мне позвонил? Да ладно, она мне позвонила. Так, ладно, вот это убиваем. Ну, в принципе, телефон как бы так и не понадобился. Блин, не показали, как он стульчиком убил. Ладно, окей. Сейчас вот этим посмотрим. Ну-ка, давай, покажи. Он проткнул насквозь, короче, рукой и стульчиком. Окей. Полные штаны. Полные штаны чего-то. Когда мы будем в Нью-Йорке, кажется, мы плывем уже целую вечность. Прости, мам.
Мама все кипишует, то, что у нее, короче, морская болезнь. Так, здесь телефонов нет. Телефонов здесь нет. Так, погоди. Получается, вот этих я сейчас убиваю, да? Раз. Этого напугал. Погоди. Так, я не напугаю, да? Здесь мне придется убить ее. Вот я ее убил. Окей, допустим. Допустим. А дальше? Погоди. Это ничего не ломается, это ничего не опрокидывается. Стоп. Что-то косяк какой-то. Какой-то косяк. Неправильно. Мы что-то сделали, короче. Мне кажется, первым делом надо кого-то вот из этих либо напугать, либо убить. Погоди. Сейчас мы решим. Сейчас мы все решим. Ну нет, а мне к ним не подкрасться никак. Если я обойду с той стороны, меня застрелят. Значит, я делал все правильно. Хотя не факт, смотри, раз, я напугал, раз, убил, вот, я напугал, короче, убил. Погоди, а теперь-то чё? Я понял, всё. Делаем вот так, короче, убиваем, я оказываюсь вот здесь, убиваем. Убиваем вот этого, да, всё, отлично. Всё отлично, теперь мы убиваем вот этого какого-то джентльмена, это этот. Ди Каприо. Окей, ладно, сейчас давай попробуем еще раз стульчиком, а потом, короче, секач выберем. Так, ладно, погнали. Мы еще на месте? Прости, мама. Мама, не гунди, пожалуйста. Так, шкаф. Можно опрокидывать шкаф. В любом случае, мы его опрокинем, потому что здесь по-другому никак. Вот этого, так. Такс. Теперь. Надо как-то позвонить, наверное. Наверное, позвонить вот в этот телефон. В смысле? Не понял. А чё она, короче, не реагирует? Ни капельки. Ни на один звонок, короче, она не реагирует. Я ее не напугать, не убить не могу, короче. Ладно, я что-то не то сделал. Погоди. Что-то не так пошло. Что-то не так пошло, короче. Вот это мы опрокидываем по-любому. Дальше. В любом случае, вот убиваем вот этого с бородкой. Потому что, ну, по-другому никак. А дальше-то что? Погоди. А дальше-то что? Что-то я не въезжаю, погоди. А почему она стоит-то? Звонок-то вот, прям рядом. Может, долбить телефон надо. Долбить. Чтоб она услышала, нет? Ты что, такая глухая, что ли? У него затычки в ушах? Запонки, или как их там называют, в ушах? Ладно, давай... подсказочку. Пока подсказочку. Мама, давай мне что-нибудь скажи. Чем тебе... Давай, получи подсказку. Нельзя, чтобы этот человек слева ответил на звонок, Джейсон. Человек слева ответил на звонок. Нельзя. Так он по-любому не ответит. Он по-любому не ответит. Тот человек слева, он по-любому не ответит на звонок, потому что... Ну, мне по-другому никак... погоди. Он испугался. Теперь я его убиваю. Так, что ли? Ну, все равно ничего не... Все равно ничего не так, не этак. Погоди. Нельзя, чтобы ответил на звонок. Стой. А если я сделаю вот так? Смотри, упала, да? Раз, два. Так, я звоню. Теперь.
Почему нельзя-то? А почему нельзя-то? Смотри. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Вот так убиваю, да. Все. А что-то я не понял, почему нельзя, чтобы ответить на звонок? Что-то не понял. Не понял я подсказку, короче. А, ты у меня особенная, особенным мальчикам нужны особые игрушки. Взгляни на премиальный ящик золотого оружия. Так, премиум мы уже пробовали, короче. Это надо покупать, это надо донатить. Это мы не делаем, это мы не любим. Ладно. О, это Нью-Йорк? Странный запашок. Или это тебя, Джейсон? Прости, мам, я обосрался. Окей. Так, давай секач. Секач. Секачом мы еще... Я не помню, мы секачом били или не били, короче, в старых сериях. Я вот не помню. Так, ладно. Кого-то, короче, кого-то надо, чтобы ответил на звонок. Погоди. Делаем вот так, наверное. Вот этого пугаем. Он сюда вот прибегает, короче. Мы делаем вот так. Вот так. Вот так. Погоди, вот этого раз. Нет, этот стоит на месте. Так, вот так. Они вдвоем, что ли, на звонок? Кто быстрее, короче, ответит, да? На звонок. Окей. Погоди, а если я вот так подойду? Нет? Они даже не боятся меня. Так, ладно, убиваем вот этого. Я все понял. Я, кажется, понял. Короче, погоди, смотри. Погоди, смотри. Хотя нет. Стой. Погоди. Я сначала звоню вот сюда. Да. Теперь мне его как-то надо убить. А, вот я напугал. Да нет, погоди, что-то дичь какая-то. Так, раз. А если я сделаю вот так? Нет. А как мне вот этого-то убить? Блин, я опять накосячил, короче, я опять не то сделал. Жесть какая-то, короче. Снова что-то все не то и не так. Ладно. По-любому надо, чтобы вот этот вот сверху ответил вот на этот телефон, потому что мы его вот так вот обходим, убиваем, и мы оказываемся напротив крестика. Вот этого надо как-то, короче, либо убить, либо сделать, чтобы он так, чтобы он ответил на звонок. Погоди, раз. Да, в смысле? Стой! Всю, я понял. Теперь вот этого... Блин, нет. Нет, все нормально. Нет. Стой. Погоди. Вот я его напугал, да? Я убил. Вот этого, короче. Теперь я, смотри, Или нет? Да, теперь смотри, я звоню. Нет, он стоит, смотри, на месте. Надо, чтобы он стоял напротив, короче, телефона. Блин, а как мне это? Как мне это сделать? Нет. Все, да. Все, вот так, все ништяк, короче. Все намного, короче, было немного сложнее. Все было намного, немного сложнее. Окей. Все. А теперь я убиваю вот эту тёлочку. Да, мы, по-моему, короче, секачом, мы, по-моему, резали уже. Вот эти вот, видишь, как он напополам, короче, разрезает. Это уже, да. Так, убей их всех, Джейсон. Будь сильным мальчиком и получи добавку кровожадности. Окей, мам. Уровень 11. Неплохо. Неплохо. Так, у нас сейчас новое оружие. Латунный кастет. Кастетом, по-моему, мы тоже били, только, по-моему, не таким. Погоди. Гитара. Ну, гитарой, да, мы тоже убивали, уже была гитара. Вот. Трущобы. Окей, трущобы, это что у нас? А, Джейсон, не делай кошке больно. Я знаю, ты у меня очень добрый мальчик. Да, мам. Кошки? Типа кошку нельзя убивать, что ли, или что? Погоди. Здесь, смотри, я так полагаю, можно сжечь. Можно сжечь. Давай с гитарой, короче. Тут забор. Так, ладно, херак. Кошка испугалась. Хвост облез.
Так. А, ну все. А, не делай кошке больно, смотри, я убил кошку. Блин. Жесткое обращение с животными. Да ладно. Погоди. Значит, надо сделать так, чтобы кошка не умерла. Погоди. Погоди, вот так. Надо сделать так, чтобы кошка не умерла. Ее, короче, надо напугать. Погоди, я опять ничего не то сделал. Ее надо напугать. Вот раз я напугал кошку. А если я так сделаю, он убьет ее? Блин, он убил ее. Да ладно. Нет, погоди. Ну здесь по-другому никак. Теперь надо как-то, короче... других ходов, других вариантов у меня нет. Погоди, вот так вот. Надо кошку, короче, напугать. Чтобы она убежала куда-нибудь вот сюда. Либо назад. Потому что если я убью вот этого, она опять прыгнет в огонь. Как это сделать? Блин. А, ну все, смотри, вот так вот. Раз, я ее испугал. Все, да. Вот так теперь делаю, вот так. Теперь вот так. Все, ништяк, короче. И кошку мы оставили в живых. Просто придавил лицо гитары. Жесть. Так, ладно, погнали. Так, это и есть Нью-Йорк? Совсем не впечатляет. Ну, а, мы уже в Нью-Йорке. Мы уже не на корабле. Мы были на корабле, теперь мы... Короче, да. Или это корабль, типа корабль. Нет, это не корабль, видишь, стоят... Это Нью-Йорк, да. Стоят, видишь, фонари, это сквер. Наверное. Типа сквера, видишь, там... Деревья, это типа... Деревья... В парке, видишь, фонтан, типа, это, наверное, статуя. Телефоны, это, наверное, телефонные будки. Так, ладно, 8 ходов. 8 ходов у нас, и... Надо что-то замутить, короче. Надо замутить так, чтобы Блин. Хрен. Я столько ходов просрал, короче, да? Погоди. Я делаю вот так. Он боится. Я делаю потом. Погоди, если я его убью. Так, я его убил. Теперь. Это получится раз, два, три, четыре, пять. А, он испугается, наверное. 5. Нет, что-то не то. Погоди. А если 1, 2, 3, 4, 5? Блин. Какая-то дичь. Не, я короче, сейчас ходы... А, нет, смотри, вот. Она прибежала. У меня 4 хода осталось. 4 хода. Так. Теперь как? Раз, два, три, четыре. Нет. Ну, что-то. Раз, два, три. Все равно не хватит. Все равно, смотри, не хватит ходов. Короче, я вот убил. Вот здесь сейчас появится, и мне надо как-то к нему, короче. Где-то мне надо вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это мне еще надо столько ходов, короче. Это пипец. Нет. Что-то не то. Что-то не то мы делаем. Погоди. Мне, значит, надо... Сделать вот так. Я его напугал. Так. Так. Окей. Окей.
И два хода у меня осталось. Чё-то, блин, не то. Я опять его... Нет, это не то. Погоди, давай подсказку. Мама, давай подсказку, чё-то я не въезжаю ни хрена. Так, окей, мама, подсказочку давай. Мамочка хочет, чтобы ты позвонил этому мерзкому нью-йоркцу и выманил его из дома. Из дома? А кто в доме сидит? Нью-йоркцу. Вот этого надо позвонить, чтобы выманить его из дома. Погоди. Так. Так. Ну опять дичь какая-то получается. Этот стоит, ему похрен. Так, ладно, мама. Я не въезжаю, давай получить решение. Окей, так, сейчас покажу, как это решается. Окей. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. Я понял. Так, так. Вот так делаем. Ага. Теперь. Так, так. Вот так. Теперь вот так. И у меня еще... А, ну да, как раз один ход еще остался. Все. Блин, как же... промах! Да ладно! Я еще и промахнулся, ты прикинь, он еще... Я еще и... Вот это... Жесть! Я его оставил в живых. Жесть, ну плавно не бей... Главное, не бей кошку. Блин, две кошки здесь. Еще и охрана. Короче, жесть. Погоди. Вот так. Главное, не бей кошек. А как мне вот этого офицера выгнать? Так. А, смотри, я кошку загасил. Погоди, вот так, вот так, вот так. Так. Кошка вот. А чё она не убежала, эта кошка? Погоди, теперь сделаем. Блин. А по-другому теперь никак. Смотри, я убью кошку тогда. По-другому никак теперь. Окей. Так, ладно. Ну вот этого мы убиваем. Это 100%. Теперь. Наверное, надо убить вот этого. Потом. А потом что я делаю? Погоди, ну в принципе опять все то же самое началось, короче, да? А, ну здесь вообще, видишь, какая-то дичь. Так, ладно. Пробуем еще раз. Давай заново. Пробуем еще раз. Может попробовать изначально. Изначально. No! Так, этого я напугал. Убиваем. Кошка сюда. Я ее напугал, да? Теперь как-то надо... Убиваем вот этого. Да. Теперь пугаем вот эту. Да. Пугаем ее. Потом убиваем. Кошка боится. Я, короче, убиваю вот этого. Потом убиваю вот этого. Стой. Стой, 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 стой. Что-то не то опять. Я тупанул, короче, смотри. Надо убить... погоди, нет. Мне надо как-то, чтобы я остановился вот здесь, напротив, на скамейке, короче. Б,
Блин, это жесть, конечно. Это как-то жестко. Ничего не изменится, если я сделаю вот так. Потом сделаю вот так. Блин, а что за дичь-то? И все. Кошка только... Только кошка сытся, короче. Счет какая-то дичь, погоди. Я реально туплю. А, давай-ка, мама, подсказочку. А, видишь тех кошек, Джейсон, гони их наверх, в безопасное место. Убей всех остальных кошек, не трогай. Так, ну, правильно. Вот у меня кошка уже испугалась одна. Теперь надо, чтобы испугалась кошка вот эта. А чтобы это сделать, мне, наверное, надо убить полицейского. Блин. Если наверх сейчас пойду, то я убью кошку. Но... стоп. Блин, а у меня этого-то нет. Все, я, короче, застрял. Ясно, давай заново. Так, давай заново и давай, покажи мне решение. Но здесь решение, наверное, будет очень-очень длинное, наверное. Так, вот испугал, убил. Правильно я делал. Так, кошку испугал. Вот так. Убил, кошка испугалась. Потом я убиваю вот так вот, убиваю вот так вот. Я понял. Ага. Все ясно и все понятно теперь. Только я уже забыл. Я уже забыл, как это делать. Так, ладно, давай. Так. Испугали, да, его? Теперь. Так. Убили. Теперь, нет. Так, вот так. Кошка испугалась, так. Вот так, no! Вот этот испугался. И второй раз его боим и пугаем. Теперь что? Теперь вот так. Теперь вот сюда. Пугаем вот эту. Да. Потом ее убиваем. Кошка боится. Я, короче, иду вот сюда. Потом вот так. Потом вот так. Все, отлично. Блин, как все настолько, короче, замудрено, что это просто пипец. Интересно, мы одну жертву, короче, просто промахнулись, не убили. А, что, ну, откроется, интересно, следующая локация. Хватит ли мне жертв? Так, окей, мама чуть ничего не сказала. Так, давай посмотрим, что у меня еще за оружие есть. Чем мы еще не мочили? Пушка у нас тут, вантус. Вантусом мы били, я не помню. Ой, ёршиком, то есть не вантусом, ёршиком. Этим мы били. Смотри, сколько еще оружий. Это что, у нас лыжная палка, секатор. Ножи всякие разные. Гаечный ключ, табурет. Давай кастетом. Давай кастетом попробуем, окей. Теперь надо, наверное... Или правильно? Нет. Нет, неправильно, смотрю. Наверное, неправильно. Убил? Жесть просто. Я почему-то думал, что он ему в затылок, короче, долбанет сейчас. Окей. Так. Звоним. Погоди, я тебе позвонил. Как тебя теперь убить-то? А, стоп, я накосячил, короче, наверное, надо... Стоп. Надо как-то, короче, скинуть вот этот вот.
Погоди, вот это я... Стой, короче, раз я звоню, он прибегает туда, я его вот здесь убиваю, короче. Сейчас скину этот. Так, роняем. Да? Так, позвонил. Теперь. Делаем вот так. Вот так. А, она теперь боится здесь. Погоди, делаем вот так. Если я звоню, она ничего не реагирует. Теперь ее испугать, наверное, вот сюда вот надо. Так же, да, правильно я понимаю. Теперь. Погоди, вот она прибежала. А других-то ходов нет. Я вот ее. Блин, а что я сделал-то? Или я правильно сделал? Нет, я нифига неправильно сделал. Надо ее сверху, наверное, убить. Погоди, вот так. Так. Вот так. Нет. Нет, получается какая-то... Все равно какая-то дичь получается. Ммм. Что-то изначально, короче, я намутил. Изначально я неправильно сделал. Надо, короче, ее... Вот она раз боится. Погоди. Так. Ну вот, она подбежала сюда. Я теперь... Блин, как все сложно-то. Теперь. Мне, короче, надо как-то... Нет. Блин, ну здесь по-другому, других ходов-то не получается, нет. Мне ее надо убить, чтобы я ощутился сзади нее, наверное. Чтобы вот сюда вот к крестику потом прибежать. Какая-то дичь. Короче, нет. Заново давай. Так, погоди. Окей, давай, мама, подсказку. Здесь что-то вроде как бы ничего сложного, да? У Раника тот книжный шкаф, Джейсон. Может, тогда они не услышат, как звонит телефон? А, надо теперь уронить. Его надо уронить, короче, чтобы... Чтобы не услышали. А как мне это уронить-то? Так, это бежит сюда. Погоди, а как мне уронить этот книжный шкаф? Ну, я уроню этот книжный шкаф, только мне надо его уронить. Блин, видишь? Он подбежал и услышал. Нет. Ну, как-то не знаю. Как-то что-то дико. Так, давай решение, мама, короче. Так, спасибо, мам, давай. Раз, два, так. Так. Стоп, погоди, а как он к этой... А, вот так теперь. Вот так, вот так. Вот так. А, вон оно чё. Да куда ты испугалась-то, дура? Или правильно?
А, или правильно все. Годи. Что-то я опять не понял. Я опять накосячил, короче. Чё, погоди. Мне ее надо, короче. Вот тут. А, блин, вот дурак, а. Теперь вот так роняем, блин. Все, я понял, сюда. Теперь вот так, блин. Знаешь, малейший поворот не туда, и все. И я, короче, это... И уже ничего не получается, знаешь, альтернативных ходов нет в этой игре. Так, окей. Их снова двое. Надо, наверное, позвонить. Нет, не слышит. А если я сделаю так, тоже не слышит. Погоди. Тогда. Ага. Так. Значит, получается. Ничего не получается. А, нет, все получается так вот. Они оба испугались, короче. Оба испугались. Теперь мне нужно позвонить в телефон. Я понял. Позвонить в телефон. А потом ни хрена. Так, стой. Вот они испугались. Теперь я делаю вот так, вот так, вот так. Звоню вот так. Правильно, да? Мне надо, чтобы она как-то тоже к телефону под... А, я звоню. Так, вот так, вот так, вот так. Убил, короче. Да, все, отлично. Вот теперь вот так. Я понял. Надо было, короче, подогнать их обоих к телефону. О, вот это, конечно, жесткая смерть. Это просто жесть. Это, конечно... Какой ты молодец, получи ей добавку кровожадности. Спасибо вам. Сейчас новенькое оружие. Новенькое оружие. 12 уровень. 12 уровень. Почти 13. Так, давай. Нажимаем. Хлопаем. Опять стульчак? В смысле? Опять гитара? В смысле? А я же... Погоди. Я же могу, по-моему... так, думаю, вы все посмотрели, Джейсон. Вернемся на корабль. Окей. Снова на корабль. Погоди, я же могу, короче... у меня вот две гитары, да? Погоди. А, вот так. Две гитары. Одну гитару мы кидаем, короче. Два стульчика у меня есть. Где они тут? Вот. Два стульчика. Я ж, по-моему, могу, короче, да, разломать оружие. А, золотая гитара, это не такая гитара. У меня, типа, вот крутые, да? Так, ладно. А давай что-нибудь, не знаю, давай вон, шашлык. Обмен. Обменять мы можем. Абордажная кошка. Добавить в экипировку. Вот это что-то новое. Давай абордажной кошкой, короче, сейчас зафигачим. Окей. Мне нужно. Наверное, по-любому как-то вот так вот это делается. Этот боится у нас. А потом что? Наверное, как-то вот так. Этого убиваем. Это... А, нет, смотри. И все, мне теперь никуда ничего не сделать. Я все. Я запорол все ходы себе. Так, ладно. Ну-ка,
Джейсон, сынок, если ты любишь убивать туристов, то взгляни на игру Sly Away Camp. Там тоже полно убийств и головоломок. Хм. Интересно потом. Может быть, взглянем. Интересно. Запомним, друзья. Запомним. Так. Ну, это по-любому вот так вот делается. Потом вот так. Блин, тут стоит прямо посередине, короче. И... его, наверное, никак не убить. Ну, в плане того, что... если его напугаю, он, короче, убежит просто. Вот прям убежит. Просто его надо напугать так, чтобы он, наверное, куда-то... А, погоди, вот. Вот так. Теперь его пугаю здесь. А потом... опять ничего не происходит. Я опять, если... я, короче, опять утону, смотри. Чё-то жесть. Я ни хрена не соображаю, ни хрена не понимаю. Так, давай, мам, подсказочку. Да подсказку мне дай. Так. Блин, погоди. Там читать надо было. Напугай женщину Джейсона, потом убей ее. Напугать женщину. Ну? Ну? Вот я ее напугал. Потом. Вот убил, а этот утопился. А я дальше как и чё? Чё-то бред какой-то, погоди. Может, ее напугать надо... в другую сторону как-то. В другую сторону не получится. Пугаешь только ее. Или просто убивать ее надо как-то тоже с другой стороны, непонятно. Так. Стопэ. Ну, если вот я здесь убиваю, вот этот вниз убегает. Ну. И... а, всю, я понял, короче. Я слишком круто сам замутил. Слишком круто сам, короче. Вот теперь я просто беру вот сюда и вот так. Это все намного проще, чем кажется на первый взгляд просто. Это я уже что-то сам тут замутил. Не то. Так что... так, подходим уже к концу, подходим к концу. А надеюсь, мы плывем в теплое место. Окей, да, на Гавайи мы плывем. Кошка опять, смотри. Опять телефоны. Так, эту я испугал. Делаем вот так. А, кошку так. Теперь вот так. Иди. Это, наверное, вот так убивает. А дальше чё, как я выберусь-то теперь? Так, вот так, вот так. Не, погоди, какая-то дичь. Я опять что-то не то сделал. Погоди. Что-то не то. А, надо, значит. Значит. Делаем вот так, вот так. Потом я звоню в телефон. Хорошо. Убиваю вот эту дичь. Вот так. Потом я... что делаю? А, ну все правильно. Кидаю вот здесь. Потом убиваю вот эту дичь. Ага, херенушка. А, нет, все правильно. Вот так. Вот так. Я пугаю кошку. Да.
Слышь, кошка, блин. В смысле? Я думал, ты убежишь-то вообще в другую сторону. Че за фигня? Погоди. Значит так. Так, вот пугаем. Звоню. Но ее пока не убиваем, значит. Или убиваем. Стоп. Или убиваем. Делаю вот так. Вот так. Потом. Наверное, испугать кошку. И снова какая-то дичь получилась. Погоди. Блин, что за дичь-то? Что так сложно-то? Что так, почему так? Ну вот это я правильно делаю. Я пугаю сначала, потом я звоню. Погоди, я звоню, да, потом? Теперь мне нужно напугать кошку. А, нет. Блин. Чё-то какой-то вообще замут непонятный. Убил. Так. Чё-то жесть. Так, мам, короче, давай мне подсказку. Мамочка думает, что кошку можно прогнать чем-нибудь громким и неприятным. Но сначала убедись, что это безопасно. Громким и неприятным. Ну, видишь, да, наверное, кошку как-то надо напугать хлопком вот этим, нет? Так, короче, к черту, давай мне решение. Смотри. Вот так, так. Так. Убил. Убил. А, звонком, что ли, кошку напугать? Погоди. Получается, звонком кошку напугать. Так, вот так. Теперь. Погоди, а дальше-то что? А, вот так, вот так, вот так. А, здесь, да? Потом вот так. Сейчас он звонить не будет. Да, убил. Окей. Убил. Теперь я звоню сюда, кошку, короче, пугаем. Да, все. Ни хрена тут за... Блин. Это же еще надо додуматься, короче, чтобы, ну, придумать такие головоломки. Я настолько туплю, короче. Окей, финальный у нас, да? Мы плавали в Нью-Йорк, но все время проторчали на этом дурацком корабле. Скажешь, мам. Так, ладно. Надо на... А, смотри, если я напугаю кошку, там капкан. Так что надо как-то... Вот, убил. Что-то как-то надо сделать так, чтобы я кошку не напугал. Блин, а кошку все равно, смотри, надо как-то... Да, смотри, если я сейчас напугаю, она в капкан. Понятно. Так, вот так. Вот так. А, ну все, смотри, вот так. Теперь.
Идем вот так. Убиваем, наверное, вот этого. Теперь убиваем вот этого. Я звоню, никто не отвечает. Теперь идем вот так. Дают перный театр, но... Ну, я уже понял, как кошку, короче, да, напугать, чтобы она... Опа, вот так вот сделал. Сделал вот так, теперь убиваем вот так. Если я позвоню, то... Так, этот у нас прибежал сюда. Не надо теперь напугать. Блин, а как я теперь кошку напугаю? Убить вот этого? Ага. Так. Теперь вот так. Да твою мать, а! Твою мать! Давай, мам, короче. Сразу решение. Сразу решение мне. Так, так, так. Вот я кошку напугал. Так, вот так. Так, так. Ну, как я и делал. Еще раз звонок. А, убил. Два раза, короче, надо позвонить. Это жесть, конечно. Это реально жесть просто. Это реально жесть, ты посмотри. Как такое запомнить? Как такое запомнить можно? Так, ладно, я уже все забыл. Так, ладно. Окей. Кошку напугал. Теперь. Надо позвонить в телефон. Еще раз позвонить в телефон. Теперь. Убить кого? Кого? Убить, наверное. Вот этого. Чтобы этот испугался, да? Теперь мне надо идти наверх. Так. Убить вот эту. Теперь вот так. Потом возвращаться, короче, да? Вернуться. Вот так. А, все, да. Смотри, капитана, короче, гасим. Куда ты потащил? Куда потащил? Якорем, смотри. Что он сказал? Он сказал, а, сука. Давай акулу еще, акула съешь. Нет? Было бы прикольно еще, знаешь, он тонет, короче, его акула так херак и все. Отлично, у нас выполнено, и следующее у нас будет эпизод «Последняя надежда» где-то на пляже получается, да? Окей, друзья, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Твиттер, на Инстаграм. Я появился еще в ТикТоке, подписываемся туда. Туда я буду выкладывать всякую там дичь, там, ну, может, с играми связанные, и так просто всякую дичь, вот. И не забываем ставить... Друзья, это просьба очень большая. Лайки и хотя бы чиркануть комментарий, да. Дакмен тоже просит об этой просьбе. А то, смотри, и придет вот этот Дакмен, короче, и заклюет тебя. Вот. Все, с вами был Валерий. До следующей серии. Всем пока.